Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафер 33. Мы с вами продолжаем проходить игру Far Cry 5. Ну что ж, поехали. У нас 11 серия. И далее по сюжету. Ну, относительно по сюжету, да? Так, давайте сейчас мы в магазин тут забежим. Ничто не может испортить такой день. Всегда мне всегда. Привет, герой. Есть минутка? За что бы они ни сражались, они считают себя воинами. Они не воины, они дети. Так, давайте посмотрим, что у нас там с оружием появилось. Возможно. О, слушайте, винтошечки. Открыли. Все. Но мне вот этот нужен, 7200. Мы именно его и будем модифицировать с вами. Здесь у нас не так много. Тоже. Ладно, ладно. Блин, тоже 7200. Прикольная тема. Теневой тейл не солдат. Они ничто. Мы все. Их лидер, Элай. Не герой, а жалкий трус. В них нет силы. Они слабы. И станут добычей. Так, 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 так. Что делаем мы с вами, друзья? Давайте посмотрим, что у нас тут есть еще. Здесь мы немного с вами расчистили. Вот центр Quick нас ждет. А, вот это что такое? Вооруженный конвой в горах? Нифига себе. Он двигается, наверное. Да, он двигается. Что ж, давайте его уничтожим. Первым делом надо будет купить автомат Калашникова. И, собственно говоря, после этого нам надо будет приобрести вертолет. Ты изменил наши жизни. Магазин, ангар. Слушайте, самолетики-то начали открываться. Мама дорогая. Нормально. Так, давайте вот это возьмем. Итак, что мы? Где у нас вооруженный конвой? Пропавший без вести. Поехали, друзья. Лететь нам, как говорится, далеко. Так, бомбы, ракеты есть. Я думаю, что сначала мы, наверное, так, надо подумать, чем мочить. Бомбы, наверное, сбросим. Вначале. Свет.
чё такая рабочая лошадка-то, а? Стрелок так половины не хватает, ну это ладно. Половина пути у нас уже пролетели. В горах это сложновато, вот, явно сделать. Так, 1 километр остался. А, подождите, это что такое? Это вертолет? Обалдеть, это вертолет, друзья. По-моему, я поспешил с выводами. Хвостом это Уэйд из центра Куик. Thank you.
Да, мадафака. Забегали ты как, а? Сдерживайте их! Подкрепление в пути! Вот это да. Зачетно. Убивать и приносить жертвы родятся, и проекту рода и яма.
Твою мать, ну как так, а? Чуть-чуть не жестко. Грязник внизу! Из управления шерифа округа Хоук. Я хочу извиниться за вред, который я помог причинить людям Брэнсендена. Мне жаль, что так вышло. Меня заманили сюда под ложным предлогом. И ввели в заблуждение насчет Росифа Сида и его семьи. Я был глупцом и поверил этой лжи, но Сид... Бежим сюда, друзья. Обалдеть, у меня мазука. Наконец-то. Дело пошло. Рада тебя видеть, друг. Отлично, помощник. Теперь секта не сможет дрессировать судей в центре Клык. Братья Фаулер будут рады вернуть свою собственность. Кстати, узнай у местных. Может, кто в курсе, куда убежал медведь-чизбургер? Не позволяй. Медведь-чизбургер. Якобы прополоскать тебе мозги. Так, давайте дальше. Так, это освобождено. Магазин вертолеты, площадка. Это Уэйдис. Давайте сюда. Вертолетико. А, это свои. Его. Кстати, медведь исчез. Thank you.
дура. Нет места. Я сваливаю! Понял! Ладно. Ух ты, блин. Так. Здесь Прикройте! Сюда можно вертолет взять. Атакую! А здесь что? Клатч Никсон. Давайте к нему взлетим. Вертолёт намного удобнее. Так, давайте продать добычу. У нас тут есть что-то. Намного удобнее на вертолете летать, вообще просто сказка. Thank you.
Я не хочу здесь умереть. Спасибо, без тебя пропал бы. Так, что у нас здесь? Мы рады все. Че, гонишься? Стой, куда? Куда, мадафака? Ну хоть так, ладно. Загонь его. Хорошо, 3, 4, 5. Шесть. Далековато. 7. Две вышки. Блин, стрёмно, я не смогу дострелить.
Зашибись, включил. Подмога идет! Много вас там, блин, задница какая-то прям. Двигались. Ебать, там сколько вас. Ладно, пойдемте уничтожать их. Ёпта! Забрать Марину, вы поплатите.
Да, чувак, ты глюк. Прости. Приехали, блин. Есть работа для всех, кто любит рыбалку. Марина свободна, молодчина. Она, конечно, непредсказуема, но ее помощь нам бы пригодилась. Выясни, может, ей что-нибудь нужно. Это мы уже в следующий раз, а сейчас пока давайте зайдем в навыки. У нас 10 доступно. Так, вот меня вот интересует убийство командира. Что за убийство командира? Надо почитать об этом. Подсумок с особыми припасами. Вы можете носить больше предметов, в том числе 5 аптечек. Также доступно в аркаде. Ну давайте, наверное, да. Чуть надо пролететь еще. А гражданских? А, спасено, я был убит. Да, слушайте, здесь надо вот этих всех поубивать. Рыбки всякие. Рыбалкой заняться тоже надо. Это моя Марина, это мой малыш Ксандер, и это мой вертолет Тюльпан, и я его не отдам. Мой тебе совет: всегда будь начеку. Алло, это мисс Мейбл.
Опа, нету. А, так тут свои. На игрок. Записка гражданского. Мисс Мейбл, я ваш давний поклонник. Вряд ли вы меня знаете. Рад познакомиться. Как ваше здоровье? Если вам что-то нужно для сердца, суставов, чего угодно, я достану. Пару семестров я ходил в колледж. Как все... Так все будет в порядке. Взамен я прошу вас об одном. Сохраните память обо мне, если я сыграю в ящик первым. Сделайте из меня чучело. Позу и место последнего успокоения обсудим позже. Только представьте, как это будет здорово. Дайте знать, если вас заинтересовало мое предложение. У меня есть кое-что от ревматизма, а еще от эпилепсии, от рака и повышенной тревожности. На всякий случай, Аарон, мисс Кирби. Ну и Тик. Да. Ладно, друзья. Что ж, на этом мы с вами и закончим. С вами был Сафир Тритройки на канале ProGamingCollision. Всем спасибо. И до новых встреч. Пока-пока.